Какой от нас сейчас хватит? Да какой? Сюда. Майнивно с вами, всем привет, и сегодня у нас реакция на новое видео Валеры Гостера, называется «Как сесть за кражу». Не знаю, как, не особо как бы хочу сесть, смотря на что. Какая тупая шутка, простите, все, давайте смотреть. Произошло ЧП. Ахтунг, карамба и просто ужас. О, великолепная рулетка. Ну, то есть, хотел покрутить рулетку, ну, справедливую. И самую честную, оказывается, да-да-да. Стрелку-то угнали у нас. Где? Я даже сказал вслух: жулик, не воруй, но что-то не получилось. И я решил, что, чтобы Круса. Поймать жулика, нужно стать жуликом. Ну, то есть, будем с вами грабителями. Для примера, iPad, вот он, да, а это... iPad X Pro Max. На таком экране, кстати... Почитать это предложение не должно составить труда. Это в принципе или что это значит? Да, ребята, у нас очень полно дел, потому я знаю, что кто-то надо сделать большой iPad. Стрелочку нашу с рулетки, и мы не можем играть в хорроры, поэтому стрелочку нужно вернуть. А вот. Именно, украсть обратно. Классно. Грабанить тот дом, который крайний. Сделали крайним пацана ни за что. Сюжет «Сломайте забор». Вот мы встретились... Куда сюжет? Как-то так. Не очень выходит. Меня не там видно. Там просто неправильный забор, чтобы вы понимали. Вас ограблю. Халявный фонарик. То, что надо мне. Я могу делать тень собаки? Открыть окно. Очень... А нафига я его ломал тогда? Понял. Очень тихо. Мой уровень стелса. Кроссовки Nike. Свежак. Пойдет. Розовая футболка. Нормально. Красная. Все это мне нужно. Почему 0 баксов? Я такие покупаю за реальные мани. Кипон сразу использую. Вот почему 0 баксов. Ясно. Рюкзак у меня дырявый какой-то. О, фарфоровые тарелки, они же дорогие. Бесполезный предмет. Это кому бесполезный, кому... 15 баксов. Вот этот гроши. О, у меня дома такая есть. Что, сковорода пойдешь? Что, я не могу украсть унитаз? Все, в этом доме больше ничего полезного я не наблюдаю. Ля, это что, моя тачка? Во, какая машина. Даже окошечко поднимается и отпускается. Так, класс. Поехали. Какие-то крутяшки. Че, Н типа не едет? Ну, рычаг. Блин, ну сейчас смотрю, как он играет, и я вспомнил, как у меня недавно фейлы такие были дичайшие, он просто не мог играть нормально. Вот просто у меня какие-то такие косяки за косяками были. Просто жестяк. Но я нашел, кстати, решение. Да за что? Да как так-то? Да что ж такое, не идут катки, не идут. Надо что-то менять. Ну держитесь. Ух, пошла жара. Вот это другое дело. Ну, наконец-то. Да, тогда я, конечно, затащил. А хотите ли вы тащить и получить дополнительные энергии? Да что ж энергии, с помощью имба энерджи у вас будет преимущество над врагами. Так он еще имеет множество вкусов, вы легко можете выбрать свой любимый. Мои любимые это оригинальный, куда же без него, то еще какой он сильный, черненький, а еще яблоко киви. Он зеленый. Знаете, как его сложно было вырезать в хромаке? Поэтому поставьте только за это лайк и перейдите по ссылке в описании. И, кстати, насчет сайта. Там новогодняя распродажа. Минус 25% на все. Просто невероятно. Ссылка есть в описании и в закрепленном комментарии. А теперь продолжаю смотреть. Да, автор покушать. Спасибо. Я уже и попил так-то. Катапультированная кнопка. Простите. Простите, не поймите. Air, Rocket, режим ракеты. Полетели. Куда? Это если... В смысле назад? Стоп. Это если бы я был бы водителем. Разбить посуду в 110-м доме. Так, и припаркуемся рядышком. Надо осмотреть дом со всех сторон сначала. Огромный забор вокруг всего дома. Это... Нарушение дорожедвижения? Что не так-то случилось-то? Я припарковался возле дома. В чем нарушение-то? Ну объедь, господи, здесь же не сплошная. Вот кто нарушает дорожедвижение. Я-то при чём? Вообще слезу пройду. Поговорим, может? Алло. Ты мне помял ее! Ты что, больной, что ли, а? Ты, чтобы починить мой бампер, придется свое говно продать полностью. Моя ласточка, любименькая. Заколебал.
Во! Все, экзамен сдан. В гараж заехал с первого раза. А выйти-то не может? Выход заблокирован. Help. Все, надеюсь, никому не мешаю. Она стоит просто идеально сейчас. Задание побить посуду. Базара зиро. Класс! Класс! За ВДВ! Так, да кому опять мой драндулет мешает? Так, во-первых, серьезно, да? Серьезно, я мешаю тебе проехать? Или я вам пройти мешаю? Ты же глаза разуй, очки сними свои. И в каком доме может быть моя стрелка? Дом 103, начнем с него. Без приколов. Ох. Здрасте. Ага, ладно, я потом к вам зайду. Извиняюсь. Столько домов, я даже не знаю, с какого начать, если честно. А я могу вальнуть бочком, если разгонюсь и дерну вот эту штуку? Ну-ка. Опа, дрифт. Это суета. Это суета. Вот это он вообще крутой, дрифтует. Сейчас парень. Сейчас все будет, сейчас навалю. Да какого? Навалил. Так, все точно, я же воришка. У богатых домов богатый мусор. Что-то здесь никакой ламборгини не валяется. Жалко. Открытая форточка. Вот вы и попались. Я буду грабить сейчас соседей ваших. Если что, у вас тут ничего нет, да? Если что, не вызывайте полицию. Пожалуйста. Это мне надо. Вываливайся ж ты в окно, да что ж такое? Нас сейчас хватит. Да какой? Сюда. Да как? Это просто какая-то дичь. Так, вот так вот. Пошла на... Я не могу, у меня руки трясутся. Yes. Ура. Какого? Жесть, что это за вибродверь. О, это же мобильный телефон. Нафига ты подкрадываешься в крысу? Ля, как вы быстро. Пусть он просто убежал. Да, побежала. Если я не смотрю на мента, значит его нет. Я не вижу мента, значит он меня не видит. Хоть он здесь и бегает вокруг меня, это ничего не значит. Есть картина и телефон, но я хочу этот чайник. Все ради тебя! Бежим! Ну, можем посидеть в этой помойке. Чайник-то у меня теперь есть. Побьем чаечка, подождем. Никого, а стрелку-то своровать обратно. Тусить в мусорном баке. Стрелку-то навернул. Ки круто. Диджей Бомж, welcome to my club. Сейчас меня искать перестанут, я там еще микроволновку заметил классную. Ага. Так, и где она была? Извините, а че вы не спите? Вас ничего не смущает? Я здесь вообще-то пытаюсь воровать. Уйди, 9. Пожалуйста. Иди отсюда. Вам нужен этот кетчуп? Ты еще решил поготовить. Ладно, пойду в другую комнату. Против, я вас от света включаю. Я просто забыл фонарик. А без него, ну, фигово видно. Ох, вешалка. У меня есть отличный лоб для себя, Алеша. Коврода, тефаль. Лучшая в своем роде. Зацени. Видишь, что у меня? Также имеется в наличии чайник. Буэнос. Знаешь, что отличает настоящего вора от любителей? Вам посмотри, что это вон за твоей спиной, вот это вот непонятное. Кстати, я еще добыл классную ручку. Не хочешь мне ее купить? Это что-то карандаш. А, кстати, отлично пишет. Забери бесплатно. Ха, пока неудачник! Уже 7 утра, они до сих пор гуляют вокруг этой помойки и ищут меня. Он идет один. Лох! Вот это да! Приколы! А вот это джекпот... Точно заработает. Надеюсь, я ничего не разбил. Собираем теперь по мелочи это деньги. Здесь ничего. Здесь... Банан! Почему банан здесь? Почему? С помидором и тапками. Это даже не помидор. О! Иди к папочке. Средь бела дня, ну просто подумают, что переезд. Хорошо, что у меня отличный вместительный багажник, потому что у меня универсал. Только не говорите, что можно один большой предмет с собой таскать. А! Ну как так-то? Тут же полно места! Нет! Я за этим вернусь еще, короче.
120 баксов. Неплохо. И еще у меня есть два фотоаппарата. Бас-гитара за 220 баксов. Мани-мани. Гитара раритет, так что поаккуратнее с ней. Ты гитара, что ли, в стене торчит? Что? Больной. С гитарой поаккуратнее. Он стрелку не вернул. Слушайте, а когда будет новый хоррор? Никогда теперь получается. Все, стрелки нет, стрелку своровали. Ну, как всегда, уже в самой честной рулетке своровали стрелку. Ребята, ссылка на оригинал в описании. Приходите, подписывайтесь на нашего любимого Валеру Костера. Также не забывайте, что вы молодцы. Чтобы забыть. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, мне было бы очень приятно. И помните, что сейчас очень классная акция проходит у Imba Energy. Ссылка опять же есть в описании. Да, я покушаю. Под Новый год можно покушать человеку? Может, я хочу икорки красной на Новый год хотя бы? Чего вы на меня так смотрите? Не бейте, пожалуйста. Все, люблю вас. Спасибо большое, ребята. Всем удачи, всем пока. Пау.